Риэлтора посадили за решетку, и он будет не последним. Как сообщает Следком, речь идет о целой группе черных риэлторов, которая совершила серию тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и имущества граждан. 36-летний владимирец виновен в 20 преступлениях по статьям мошенничества и подделка документов. С его помощью банда завладела квартирами двух десятков граждан. Это, как правило, одинокие, страдающие алкогольной зависимостью лица, которые потом в том числе и устранялись. Черные риэлторы совершили 5 убийств, в том числе одно на территории Ярославской области. На незаконных сделках с чужой недвижимостью преступники заработали свыше 40 миллионов рублей. Что касается 36-летнего осужденного, он подделывал паспорта граждан, изготавливал договоры купли-продажи, дарения объектов недвижимости. Документы передавал в государственные органы для регистрации. Обвиняемый сотрудничал со следствием. Помог выйти на других участников банды, поэтому получил всего 8 лет исправительной колонии строгого режима. Расследование уголовного дела в отношении лидера ОПГ и семерых членов группы находится на завершающей стадии.